1 января в стране вводится прогрессивная шкала вместо плоской налогообложения. Ну, всякое другое развлечение. Там про удаленку, значит, новые нововведения. С процентного дохода по вкладам, который получен в новом году и превышает 42 тысячи рублей, вкладчикам придется заплатить подоходный налог 13%. Вам помните, говорили про миллион? 42 тысячи с половиной, уже 13%. Никакие миллионы. Прикольно, да? То есть говорят одно, делают другое. Но при этом Россия снизила опять экспортную пошлину на нефть перед Новым годом. То есть уменьшила на 3,3 доллара и до 38,7 за тонну. А была 42 за тонну. Прелестно, да? Это в декабре снизили с 42 до 38. Нет, это в январе, это уже 1 числа. А в декабре снизили на 0,2 еще до этого. А в ноябре снизили на 3,2 за тонну. То есть все время снижают. А кому? Кто? Вы нефтью торгуете? Нет. То есть кому это выгодно? Тому, кто торгует нефтью. Сечину, Миллеру, да, вся этой шобли поганой. Да? А эта шобла обанкротила Газпром. Эта шобла обанкротила Роснефть. То есть эти организации все банкроты. Можете себе представить, тебе ничего не надо делать. Трубу сделали большевики, там коммунисты, да, нашли месторождение. Они залезли туда, поставили всякие насосные подстанции и прочее. Все они сделали. Тебе надо только получать деньги. И ты так хорошо получаешь деньги, что делаешь это предприятие банкротом. Потрясающе. А при этом еще тебе снижают налоги. А почему? Ну, Путин же вам сказал, что он снял вас с нефтяной иглы. Это что значит? Это значит, вы будете платить, а не вот эти пи***ы. Жители КНДР остались без новогоднего видеообращения Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, короче, прислал телеграмму. Сам не показался. Кто-то зачитал телеграмму. Я искренне желаю всем семьям по всей стране большого счастья и так далее. В новом году я тоже буду много работать. То есть много работать, но показаться не захотел. Чтобы раньше наступила новая эра. У Ким Чен Ына тоже речь о новой эре, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа. И что он сказал, что благодарит граждан за поддержку в трудные времена и клянется в верности великим людям. Но это дедушки и папе, конечно. Ему проще всех клясться в верности папе и дедушке. Он делает, собственно, то же самое.